Привет, ребята! Посмотрите, какое у нас видео, какой большой мусоровоз! Давайте его откроем и посмотрим. Вот его инструкция. Вот. Ну, давайте открывать. Тут, где тут открыто? Так. Что дальше у нас? Да чего он не открывается? Его мне папа помогает. А вот. За коробку надо тащить. Вот, ребята, вот. Коробка тут. Смотрите, какой большой. Ладно, давай убивай коробку. Вот, инструкция, в которой надо читать. Ребята, я не умею читать. Тут, смотрите. Вот, мигалки можно купить. Вот такие вот штуки. Ну, в конце рассмотрим. Вот. И сам наш мусоровоз. Смотрите, у него двигаются зеркала, открываются двери. А у нас тут лего-человечек. У колес амортизация. И манипулятор так вот работает. Но сейчас мы переходим к самому главному. Это достаем мусорные баки. Где тут у нас? Вот они. Желтый и синий мусорный бак. Вот. Ребята, вот у них вот такой вот сцеплятель. Сейчас я покажу. И вот такой вот. Но они у меня слетают. Ну, напишите в комментариях, у кого слетает, у кого не слетает. Вот, видите, что у меня. Вот. А тут, вот, смотрите. Мусорный бак 10 рублей стоит. И это то же самое. Видите, 1,0. А вот. Видите? И какие-то там датчики. Видите? Непонятно. Вот. Отверстие для мигалок. Ребята, смотрите, какие тут. Вот. Это вот такой вот пресс там. Вот. Надо крутить вот такую штучку. И вот. Там есть секретик. Видите, они крутились. Они вот как-то вот сюда вот заходили. И они когда крутятся, туда пальцы сувать ни в коем случае нельзя. Вот, смотрите, у нас тут вот такие вот зеркала. То, чтобы это колесо мог... водитель видит это зеркало, чтоб вот это вот колесо мог видеть. Ну и тут что? Ну я уже показала. Вот, ребята, вот еще крутится руль. Из какой этот компании? Вот тут вот, наверное, компания. Короче, тут я не нашел никакой. Вот. Как слышите? И, оп. Я на русском умею говорить. Ребята. Вот, смотрите, какой у нас тут Porsche. Спрятался. А это вот какой-то бак. Не знаю для чего. Вот какая-то тут штучка.
чтобы закрепить, наверное, это спичка. Вот. Вот. Это окно. Вот там у водителя находится спальня. Тут, наверное, управление. Вот поворотник тут. И ступеньки. А смотрите, что у нас вверху есть. Смотрите. Догадались, что это? Наклейка, чтобы сверху не садить. Показать, что в этой инструкции. Пока, ребята, только забыл. Вот эта вот часть здесь открывается, какая-то бумажка. Вот. И полоска, чтоб люди не подходили. Ну, всем пока, ребята. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. И когда будет 12 лайков, я сниму свой тоже большой мусоровоз, только зеленого цвета. Всем пока!